200 лет назад в будущий Карабаш приезжали за мечтой. Найденное золото привлекало старателей со всей страны. И только спустя десятки лет в будущем городе заложили промышленное предприятие. Это типичные уральские старатели, вот, так скажем. А это уже 20-е годы, это реально старатели в Карабаше. Вот так вот добывали золото примерно до середины 20 века. Книгу об истории Карабаша написали журналисты Татьяна Кожевникова и Николай Яблонский. Материалами помогали все. Местная библиотека, городская газета, ветераны. Практически год они изучали архивы, чтобы создать подлинную биографию Карабаша. Про Карабаш я мало чего хорошего слышал в силу экологических проблем этой территории. Вот, и мне было интересно просто разобраться, то есть вообще разложить все по полочкам. Очень было много у меня открытий, я вам скажу, когда я работал над этой книгой. Сейчас в Карабаше пишут новую историю. Модернизация предприятия, рекультивация территории, экологические проекты, строительство жилья, соцобъектов. У Семена дядя работает на градообразующем заводе «Карабашмедь». Все детство мальчик слушал рассказы о металлургии. Сейчас парень учится по целевому набору в Челябинском университете. Мне интересно сюда вернуться. У меня здесь все мои друзья, все мои родственники. К тому же начинается такой вот темп развития города и охота поучаствовать в нем, охота быть элементом этого развития города, поработать на его благо. Горожане с гордостью отмечают преображение Карабаша. Только в этом году здесь переселили десятки семей из ветхоаварийного жилья в новый дом, открыли здание воскресной школы, запустили светомузыкальный фонтан. А главное, сдали первую очередь нового микрорайона «Медный». В первом доме уже живут победители премии «Народное признание и любовь» – врачи, учителя, ветераны и заслуженные металлурги города. Мы видим, что территория восстанавливается, что горы уже покрыты зеленой растительностью, что очень много построено социальных объектов, что вокруг жизнь начинает действительно возрождаться, люди радуются. Жителям Карабаша презентовали и логотип города. Главная идея, заложенная дизайнерами, – постоянное развитие. И люди сами видят эти преобразования. В следующем году у нас там немаловажные объекты. Открытие немаловажных объектов – это очистные сооружения, это водозабор Серебры. Дальше мы будем продолжать переселение с ветхоаварийного жилья. Здесь готовится открыть новый бассейн. В рамках проекта «Новый Карабаш» планируют построить район с жилыми домами, детский сад, больницу и современную школу.